Сегодня Чебоксары можно без преувеличений назвать одной из крупнейших в России спортивных строек. Один за другим появляются на городской карте новые объекты, как масштабные, так и локальные, что ничуть не умаляет их значение. Перед городской больницей номер один сегодня открыли новую спортивную площадку. Уличные тренажеры – вещь простая в обращении, доступная практически всем, кто в состоянии дотянуться до перекладины. Заниматься на них смогут и пациенты, проходящие лечение в стационаре, конечно, только по рекомендации врача, и сами медицинские работники, и жители окрестных домов. Многофункциональное поле подходит для многих игр – футбола, волейбола. Его, кстати, сразу же и опробовали. Первенство оспаривали сборная горбольницы номер один и городской стоматологической поликлиники. Медработники, которые приехали в гости к коллегам, специально приобщиться к спорту. Стоматологи, как и все врачи, уверены в преимуществе здорового образа жизни. И даже свежая травма не заставила Владимира Викторова изменить свое мнение. Самое лучшее бесплатное лекарство – это занятие физкультурой и спортом.